Доброе утро! Сегодня мы снова отправились на утиную охоту по старым местам. Утка была последний раз, когда мы здесь были, и в количестве. Сегодня начнем по проверенной уже схеме. Сначала загоним тут озерцо, посмотрим, как есть утки, а потом по каналам поедем смотреть. Сейчас Оля в загонку, я на номер. Пятерочка. Азот Сибирь. Пятерочка 32 грамма. Патроны у нас вообще просто космических сейчас денег уже стоят. Рубль 20 это $0.50. Так что надо экономить патроны. Сергей, ну что, чего нашел? А что ты тут делаешь? Да мы играем в Red Shadow Legends. Время действует. Перейди по ссылке в описании. Открой стор на Red Shadow Legends. Затем нажми загрузить, чтобы получить самую большую и лучшую RPG-игру для мобильных устройств. А я расскажу, почему Raid это круто. Смотри, вот это портал. Отсюда мы призываем героев. Чтобы призвать героя, нужно потратить кристалл. Уже к концу месяца на Хэллоуин куча специальных мероприятий. А это большие награды, турниры и многое другое. Очень скоро в игре появится гигантское обновление. Так что сейчас лучшее время для старт. Ты можешь найти меня в игре под ником Охотник на уток. Друзья, каждый ваш переход по ссылкам поддерживает мой канал. Помогите мне собрать 150 инсталлов. Так чего же ты ждешь? Прямо сейчас переходи в описание под видео или сканируй QR-код. Качай рейд только по моим ссылкам. В качестве нового игрока получи один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, кобы пополнения энергии, а также крутого эпического героя Чонору в качестве бонус. И поторопись, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Удачи и жду тебя в рейде. С каждым разом, каждую неделю приезжаешь. Следующую осень берет свое уже, конечно. Да, на первое нормальное место. Промазал. Два селезня вроде сбил. Третьего не знаю. А по этой промазал. Давай тут. Ищи, 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 ищи. Давай, давай, давай. Ищи тут, 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 тут. Ищи. Молодец. Молодец. Давай, 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 давай. Ищи тут, 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 тут. Такое ощущение, что ты... О, нашел! Они еще взлетают. Да, давай дальше сходим. Иди сразу туда, далеко, поняла? Оль, под большие следующие деревья.
Так, отлично, и второго нашел. Вот это красавцы, а. О, красота. Ну вот это побольше. Это чуть поменьше. О. Говорю, я назад по канаве этой пройду. Тоже к машине. Утка. Ох, уток летает, капец. Согнали стаю большую, они сейчас везде летают. Так, сбил селезня. Как же ж это его? Ох, ё-моё, там уток. Еще поднялось. Пометить место, чтобы потом его забрать. И там еще поднялись утки. Так, вот где-то тут он упал. Вперед! Там чего? Там! Не, она туда не пойдет. Она думает, что он в канаве где-то, как обычно. То, что он туда далеко упал, она не видела. Придется обходить и забирать. Блин, ну с первого мазанул, конечно. Так, надо пометить место. А вот я думаю, может очки повесить на куст. Да, сейчас мы вот так вот кругом обойдем, по большому кругу с Олей, и заберем его на обратном пути. Тут, ну, глядишь, и селезня какого добудем. Камни! Молодец! Два селезня я увидел. Чива, иди сюда, иди ко мне. Блин! Что-то как-то растерялся, замешкался, надо было сразу... Там три селезня было, я видел, я что-то засомневался. Селезенька, ну ладно, пускай это самое летит, тут много вообще сидит. Я увидел, что два сюда село. Но мне казалось, что они дальше сели, ну может переплыли, пока я ждал тебя. Там еще один, вот там лежит, на той стороне в кукурузе, я пометил там место. И вот здесь два, уже, короче, четыре селезня. Сейчас вот эту канаву пройдем, да и все, я думаю. Но все равно надо на ту сторону как-то телепортироваться за ними. Вообще сидели плотно, пока не подошел, можно сказать, под ногами. Привет!
молодец. Молодец, Чива. Молодец. Или не принесла? Принесла. О, какой красавчик. О. О. Красота. С полем. Спасибо. Ну что, я думаю, пойдем так по кругу, как в прошлый раз. И рядом. Ну вряд ли сейчас тут будет на этой сидеть. Я думаю, что тут попугала техника, что тут кукурузу скосила. И... Блин, ну тут кабаны понарыли вообще. Одна поднялась. Короче, вот тут вот. Это самое. Метров 20 не будет прям. Че, пи***ь? О! Прям вот так вот кукурузу зайти. Давай, давай, помоги найти. Молодец, нашла чего селезня. Умница наша. Путчего наша. Молодец, кусочек. Они уже все такие одинаковые, а он. Угу. Ну что, ты пойдешь куропаток добывать? Не, пускай живут. Сегодня мы на них не охотимся. Сейчас уже скоро на зайца откроется охота, будем их добывать. Уже добыча есть. Сейчас чуть-чуть эту канавку пройдем. Может, поднимем еще селезня. А может и нет. Посмотрим. Так, ну, 2 часа буквально охоты прошло. Уже с добычей. О, уже, смотри, чего подняла. 2 утки. Они это... 2 утки? 3. А, нет, 2. Да, 2 утки. Офигеть. Уже 4 селезня у нас. Сейчас еще вот эту канаву пройду. Ну, тут немного. Целиком ее не буду идти, как в прошлый раз. Там дорога плохая, далеко туда ехать. Половинку и тут выйду. Вон уже в начале самом 2 утки сидела. Но я бы все равно в них не стрелял. Чиво подняла, молодец. Будем надеяться, еще что-то будет сидеть. Видел? Кто-то тут уже вдоль канавы ездил на машине. Туда-сюда я вижу. Уже не раз.
кладов. Тут еще этих уток обнаружил. Здесь много очень сидел. В прошлый раз уток. И тут, и там сидели. А в этот раз где они все? Судя по следам, кто-то там или вчера, или позавчера на машине два раза проехал. Ну, не знаю, стрелял он, не стрелял, охотился, не охотился, или просто машина ездила. А может, кто-то ходил, охотился. Короче, непонятно. Но факт, что следы появились, утка пропала. Ну, будем ее искать, значит, в другом месте. Сейчас прогуляемся еще по этой канаве. Как бы в этом году она меня выручала, утка присутствовала. Возможно, она сейчас сюда перелетела. Ну, просмотрим. Пойду по этой высокой дороге. Если камыш такой плотный, можно и не согнать, если будет немного сидеть. Да чё? Блин, такая канава классная. Чего тут утка не сидит? О, косуля! О! Офигеть! Офигеть! Как заяц поднялась! И пошла по кукурузе. Утка. Утка, утка. А селезень? Ох, работает, молодец. Надо ждать собаку. О, лиса. Лиса, лиса. Уже найдет. Но будет хорошо. Надо бить. Ну вот наша лиса. Еще лиса не облиняла. Такой вот у нас трофей. Хищника отстреляли. Сейчас мы его утилизируем, этого хищника. Подождем чиву. О, косуля ходит. Косуля выходила. Вышла так вот с того края кукурузы и опять. Ну, уже практически она облиняла, кстати говоря, лиса. Уже у нее практически выходной мех. Здоровый лис вообще. Я сначала подумал, это не крупная лиса. Но здоровый. Сейчас мы его тут определим. Было видно, что она слушает именно собаку. Чива, чива, чива! Чива вышла, видать, на старый след, либо выгнала туда козу, аж туда, где мы начинали охоту. Так что Оля поехала туда, сейчас будет ее забирать оттуда. А я уже пойду в конец канавы тогда потихоньку.
Поехали. Поехали, место. Чирок. Пускай живет. За ним одним не хочу так далеко обходить. Два черка поднял. Ходить без собаки за черком одним не хочется. Да если бы селезень такой. Ух ты! О, еще одна косуля. Да что ж такое? О-о-о-о. Молодая. Это молоденькая. Косуль больше, чем крикошей поднял. Че, не пойдешь? Ты чё, предательница? Чё меня бросила? Эй! Предательница! Так тебе эта коза нужна была. Конечно, она прям с под ног выскочила. Истерика. Так ещё одна выскочила, прикинь. Осень, осень пришла. Чего? Чё там? Вот тут. Тут. Давай. Что там? Не разбейся, давай тебя подстрахую. Давай, иди сюда. Ко мне, давай. Верхолаз. Если бы была бы там куница сидела, она бы за ней по-любому бы полезла. Иди. Бляха-муха, сюда я тебе. Ты чё, застряла, что ли? Иди, говорю, сюда. Смотри, как упираюсь. Всё, забрал. Подняли косулю, мы их подняли две. Вообще с под ног, как зайцы выскакивают. Вот на загонной охоте не дождешься, чтобы они на тебя выскакивали. Все, давай, вали. А тут они прям как зайцы с под ног. Ну что, Чива погнала ее в кукурузу, потом еще Оля за ней ездила. А я стоял на краю и смотрю, лиса бежит. Она, видно, где-то мешковала. Бежит и слушает Чиву. Но главное, что вот меня поразило, она как бы в сторону собаки бежала. Ну, может, она слышала направление, что она как бы от нее. Но просто, что собака в кукурузе была и лиса в кукурузу бежала. Ну, непонятно ее маршрут, может, она вообще бы ко мне вплотную вышла. Кстати, стрелял ее с пятерки все той же утиной, 32 грамма, без контейнера. Ну, метров 35 было, под 40. Ну, то есть нормальное расстояние для пятерки. Я думаю, если бы там тройка была бы, то вопросов нет. 0.38 чок, Джемини был вкручен. Добыли хищника. У нас очень много лис, вообще много. Мы постоянно ездим, встречаем, но добыть бывает редкость. Лису можно добывать у нас в Беларуси всегда, при любом законном нахождении в угодьях. Чего, успокойся. И надо добывать. Многие у нас не стреляют, их жалеют патроны, жалеют лис, но их очень много. Они наносят очень большой вред популяции других охотничьих видов. А потом ходим, и нету утки, нету зайца, нету. Поэтому нужно лис по возможности стараться добывать. Так что меня можно поздравить с полем. Лиса редкий для меня трофей. Пару штук обычно в год добываю, ну немного. Одну-две. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угодьях. Кстати, смотри, не сильно жирный вот этот. Вообще, я бы сказал, такой. Чего так легла, подруга?
Потеряшка. Гончая, что ли?